Добрый день, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Торфмур. Это не состав команды «Хозяин». Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. На экране стартовый состав гостей. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Добрый день, друзья! Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Торфмур. Это не состав команды «Хозяин». Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. На экране стартовый состав гостей. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Добрый день, друзья! Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Торфмур. Это не состав команды «Хозяин». Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. На экране стартовый состав гостей. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Игра началась, смотрим. Не очень понятно, кому он отдавал пас. Аут, мяч у соперника. Милевоевич. Уильфрид За. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Пересек мяч боковую линию.